Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как включить устранение мерцания на телефоне Redmi Note 10S. Итак, для этого мы с вами заходим в приложение «Настройки», спускаемся вниз и нажимаем на кнопочку «Экран». Затем опять спускаемся вниз, выбираем «Устранение мерцания» и нажимаем «Устранение мерцания». И видим, что сейчас у нас экран перестал мерцать прямо на наших глазах, не изменяя яркость экрана. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если тебе понравились короткие инструкции, в которых нет ничего лишнего, ставь лайк и напиши нам об этом в комментарии, чтобы мы знали. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы тоже в комментариях. У нас есть Инстаграм, Телеграм. Туда тоже можно писать. Собственно, для этого они и созданы. Но в комментариях все-таки пока что мы работаем оперативнее всего. До свидания.